что ж, вот оно у нас. Бодрое утро, доброе утро. Доброе. И как утречко без чайку, а? Чайник, обратите внимание, он у нас уже стоит на плите. Вот он, чайник, нержавеющая сталь, номер лота 24515. Запоминаем, записываем сразу. 1290 рублей. Вот я недавно такой чайник видела за 2500 в магазине, да? Честно тебе и скажу. И правильно ты говоришь, потому что действительно все чайники, вообще хорошие чайники, да, должны что? Быть богаты на объем. Так. Но вот здесь вот богатый 2,5 литра объем. Это раз. Во-вторых, посмотри, какой дизайн. Красивый, невероятный. Дизайн. Я знаю, что у нас еще есть, да, я же не ошибаюсь, у нас есть и вот такой еще. Ух ты, у нас еще есть два цвета на выбор, хозяюшки, для любой кухни. Красота, синий и красный, 1290 рублей. Я еще раз вам напоминаю, что это самая низкая цена.